Всем привет! Это новая рубрика «Ответы на вопросы». Это будут короткие ответы на наиболее часто повторяющиеся вопросы. Итак, почему наши малыши в жару одеты? Начнем с того, что в жару они не одеты, на них только подгузники и штанишки. Это можно легко заметить, посмотрев наши видео. Но когда температура достаточно прохладная или на улице ветерок, тогда, конечно, мы страхуемся. Почему? Потому что малыши живут в домашних, читай, тепличных условиях. Они всегда защищены от сквозняков, от каких-то других ветров и природных явлений. Поэтому, естественно, их организм к этому менее приспособлен. Поэтому для того, чтобы не простыть, не заболеть, чтобы исключить неприятные последствия, которые могут быть губительны для обезьян, мы, конечно же, одеваем их по погоде. Учитывая, что они круглосуточно находятся в подгузниках и в штанишках, даже в самую жаркую жару. Почему? Потому что когда они находятся в подгузниках, происходит так называемый эффект запаривания, что тоже, если мы снимем подгузнички, может привести к тому, что даже легкий сквознячок подарит нам циститы и прочие простудные явления. Вот только поэтому мы стараемся малышей одевать, если этого требуют погодные условия, но не кутать, для того, чтобы совсем уже не потерять и природный иммунитет. И по поводу купания. Купаются они в бассейне, не в подгузниках. Это специальные трусики, плавочки для плавания. Все, что вас интересует, вы можете писать под этим видео. И не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока, до новых встреч!